This conference will now be recorded. Вот, коллеги, приветствую. Вот, спасибо, кто подключился заранее, с кем мы проверили качество связи. Спасибо, кто подключился сейчас. Итак, о чем сегодня поговорим? Тема такая, очень много лет уже существующая, чуть не сказал вечная. Ну, не вечная, конечно, но давняя. Project Management Professional. Как подготовиться, как сдать экзамен. Что появилось нового? Что появилось нового? Ну, не могу сказать недавно, на самом деле уже почти год этой схеме, где-то с октября, по-моему, прошлого года она началась. Впервые Институт проектного управления PMI выпустил собственный курс, который с тех пор они, ну, как хозяева бренда, сказали, что он единственный, который может быть официальным. Вот, а все, что другое, то, чем мы всегда вот специалисты занимались, и то, чем занимается множество коллег, имеет право на существование. То есть все остальные курсы по подготовке, которые существовали много лет, и у нас специалисты, и у других коллег, у участников рынка, они имеют право на существование, вендор никаким образом их не запрещает, но и не регулирует. То есть это вот то, что называется на личную ответственность. А вот курс такой, они теперь как бы забрали под себя, да, стали монополистами на своем рынке. И вот как раз на нашем сегодняшнем мероприятии я хочу рассказать о том, что же это за курс. Он такой достаточно серьезный, длинный, дорогостоящий, чтобы разобраться, зачем он нужен, чем, когда, кому он может помочь, что на нем вообще может быть. Ну вот посмотрим такие небольшие фрагменты. Ну, с кем мы не знакомы, представлюсь. Меня зовут Данил Динцес. Я в теме проектного управления очень давно уже, скоро там 20 лет. В том числе вот как раз в конце прошлого года, когда PMI запустил вот эту новую программу подготовки, они как бы параллельно запускали новую версию экзамена и новую программу подготовки. Я прошел соответствующее обучение, получил вот верифицированный статус инструктора. Вот. Ну и вот, собственно, в таковом статусе сейчас и выступаю. Ну, давайте вначале немножечко про сам экзамен. Я, конечно, предполагаю, догадываюсь, что, наверное, большинство участников, в принципе, про сертификацию экзамен знают, но, тем не менее, для порядка. Сертификация PMP, во-первых, она состоит не только из экзамена, так, чтобы тоже было понятно. Сертификация фактически трехступенчатая. Это подача заявки, в которой должен быть описан свой проектный опыт, свое обучение, как общеобразовательный уровень, так и проектный, обучение проектному менеджменту. Сразу скажу, что вот эти части на официальном курсе не рассматриваются. Как правильно подавать заявку, какие условия, это все вот базовые вещи, их мы разбираем на нашем авторском двухдневном, коротком таком интенсивном тренинге. Это вот как раз ровно четверть по полдня из двух занимает как раз вот эти первые два шага. Как правильно подать заявку, описать свой опыт, и второй шаг – который не у всех, а только у 25% кандидатов, это аудит. Да? То есть, что может попасть под аудит, как он проходит, как себя вести при аудите и так далее. А вот этот официальный PMI-овский курс, он непосредственно готовит к экзамену. То есть, он не рассматривает вопрос вот эти предварительной подачи заявки, предварительных фильтров. Сам экзамен, он... Это тоже достаточно давно известно. Коллеги, я очень прошу, микрофончики контролируйте свои, что там за посторонние звуки. Спасибо. Экзамен не строится на основе свода знаний по управлению проектами. Экзамен
достаточно давно позиционируется и реально строится на том, что кандидат должен показать соответствие своих знаний, умений, компетенций и навыков тому представлению о ведении проекта, как это в PMI. И вот эта позиция, она сейчас еще более усилена. Эксперты, которых собирает PMI, они вот формируют такое представление о ведении проектами, которое, собственно, и заложено в основу экзамена. Более того, сразу же скажу, потому что знаю, что таких вопросов сейчас много и часто встречаются. Вот вышел буквально новый PMBOK, что называется, на днях. Мы вот с коллегой, с Еленой проводили тоже буквально пару дней назад семинар по PMBOK. И часто спрашивают, а экзамен когда поменяется? Вот вышел новый PMBOK. Не связанное. Выход вот сейчас нового PMBOK'а на смену экзамена не влияет. Был даже такой один официальный ответ, один из коллег запрашивал у PMI позицию по этому вопросу, и представитель PMI ответил следующим образом, что считайте, что это PMBOK адаптировали под новую версию экзамена. Ну так, немножко с юмором, но вот подход такой. Где находить актуальную информацию, собственно, о чем, в общем-то, нужно всегда помнить. Ну, ссылки, презентация, как и видео, будут опубликованы. Понятно, что ссылки вы с экрана набирать не будете. Поскольку экзамен, какие-то требования формальные, они постоянно адаптируются, всегда нужно смотреть правила подачи заявок. Вот on the PMP, how to apply, да, как подать заявку. Всегда нужно смотреть документ handbook, да, рабочая книга, настольная книга. Обязательно нужно смотреть документ, особенно content, документ content outline, документ content outline. Документ Content Outline отражает содержание экзамена, те задачи, которые будут решаться на экзамене. Да? То есть они так и называются задачи, да, или вопросы. То есть вопросы на основе задач. И вот этот курс, он как раз построен по принципу, что сгруппированы по блокам, по тематике вот эти задачи, и идет прямое сопоставление. Ну, мы это вот сейчас посмотрим. Напомню немножечко базовые понятия. Сейчас экзамен состоит из трех доменов: люди, процессы и бизнес. Официальное распределение тоже, я думаю, вы читали подробно, не буду на нем останавливаться. Это 50% вопросов на предиктивные методологии, 23 agile, 27 гибрид. Это официально, но как дают свои отзывы уже, ну, достаточно многочисленные, ну, уже не кандидаты, уже PMP, которые сдавали по новой версии, на самом деле на реальном экзамене вот все, кто давал свои отзывы, утверждают, что явное смещение в сторону agile, что, конечно, agile не 23%, а гораздо больше, а предиктива не 50%, а довольно существенно меньше. Вот. Но официальная позиция именно такая. И другой разрез распределения, соответственно, по вот этим доменам люди, процессы, бизнес-окружение вы видите. Но здесь на самом деле что нужно понимать? Конечно, как это было и раньше, и в предыдущих версиях экзамена, ну, нет такого, что вопрос на определенный домен или, как там раньше было, на определенную область знаний. Такого, конечно, нет абсолютно. Естественно, поскольку принципиальная позиция состоит в том, что экзамен и вопросы проверяют понимание кандидата, как управлять проектом, то, естественно, в вопросах имитируется мини-кейс ситуации, который в себя, конечно, включает и люди, и процессы, и необходимость понимания бизнес-окружения. Поэтому, конечно, ну, это деление смотреть, понимать нужно, но это, в общем, скорее вспомогательно.
Более важный вопрос – источники для подготовки к экзамену, то есть что нужно знать, не почему готовиться, а вот обратите внимание, PMBOK шестого издания по-прежнему остается актуальным. Вот, и поэтому, скажем, курс, вот, допустим, наш двухдневный, курс двухдневный, он там, где мы разбираем вот схемы процесса, все, это все равно знать нужно, придется. Естественно, PMBOK 7, кодекс этики, контент аутлайн, я уже говорил, да, и вот как раз мы сейчас к нему обратимся, ну и общая рабочая книга. Вот, значит, коллеги, что касается языка сдачи экзамена, язык, конечно, нужно выбирать русский, от страны расположения это никоим образом не зависит, это просто ваш выбор. Но при этом еще раз хочу подчеркнуть, знание английского, причем на таком приличном, ну хотя бы intermediate уровне, является очень существенным подспорьем, я бы даже сказал, практически необходимым для успешной сдачи экзамена. Потому что, когда вы выбираете национальный язык, например, русский, у вас в ходе экзамена есть возможность всегда посмотреть вопросы в оригинале, и этим, конечно, надо пользоваться. Потому что, ну, языки, никакие языки мира не имеют абсолютно одинаковой трактовки терминов. Это не вопрос качества перевода, это просто вопрос лингвистики. И поэтому для точной оценки вопроса и точного выбора ответа в целом ряде случаев, конечно, полезно сверяться с оригиналом. Вот. Ну и вот, собственно, коллеги из Института проектного управления, да, выпустили собственный авторизованный курс, который так и называется, вот я прям взял с него скриншот с титульной страницы, PMI Authorized PMP Exam Prep, да, то есть авторизованный курс по подготовке к экзамену PMP от PMI. Да, разумеется, этот курс дает необходимые искомые 35 контактных часов для того, чтобы выполнить одно из обязательных условий допуска к экзамену. Да, там нужно как раз 35 контактных часов. А сам этот тренинг пятидневный, то есть он длится полную рабочую неделю с понедельника по пятницу. Право его проведения имеют вот как раз организации, которые получили статус авторизованного тренинг-партнера. Специалист был в России первым. Ну, насколько мне известно, по-моему, пока и остается единственным. Ну, тут, как говорится, утверждать не буду, ситуация может каждый день меняться. Ну и, соответственно, авторизованные инструкторы. Это не значит, сразу хочу сказать, что не хочу никого из коллег обижать, что авторские курсы чем-то плохи. Нет, но, как я уже говорил, авторские курсы на усмотрение автора. Чем однозначно полезны тренинги от вендоров, да, PMI в данном случае как раз и выступает в роли вендора, это тем, что доносится и заявляется однозначно официальная позиция. В том числе участники этого тренинга получат, ну, как бы это все входит в обязательный тренинг, вот такую студенческую книгу. Сейчас. Надеюсь, она у меня загрузится. Она такая достаточно большая, да? Вот. Которая как раз и содержит вот разбор всех тем и пробные вопросы. Ну, о чем, собственно, мы сейчас с вами и поговорим. Да, вот такая электронная книга, она выдается. А как построено соответствие структуры экзамена и модули курса? Ну, вот как мы уже знаем, там, люди, процессы, бизнес-окружение. Вот я, кстати, даже тут что-то на смеси французского с нижегородским, как говорится, people, процессы, да, люди, процессы, бизнес-окружение. Курс состоит из пяти, ну, модулей или уроков. Поскольку люди и процессы, ну, примерно поровну, там, 50-42%, то по два модуля курса посвящены людям и процессам, и один модуль, это вот небольшому домену, 8%, как заявлено, это бизнес-окружение.
Я вот на этом слайде, как вы видите, показал соответствие. Модули курса здесь указаны в том порядке, в котором они есть. Значит, первый модуль – это создание высокопроизводительной команды, где рассматриваются методы, инструменты, техники того, как создавать высокопроизводительную команду. Разумеется, поскольку задача на этом курсе подготовиться к экзамену, то мы не разбираем, и как бы PMI не предлагает разбирать какие-то ситуации из реальной жизни. Это вот такой, знаете, именно как тренинг из серии вот натаскать на сдачу экзамена. То есть вот четко какие методы, инструменты есть, как их применять, какие есть рекомендации. Затем идет, соответственно, два модуля, относящиеся к домену процессов. Это запуск проекта. Вот запуск проекта выделяется в отдельный модуль. Здесь, ну, особенно кто давно знаком с проектным управлением, нет, конечно, такой прямого соответствия с фазой инициации. Я на это обращаю внимание, потому что уже приходилось слышать такие вопросы. Ну, как вот инициация всегда это самая короткая там фаза жизненного цикла была, и вдруг вот целый там модуль. Ну, фаза инициации, она остается, но поскольку сейчас есть разные модели, то реализации проектов, то и фаза инициации, она может и возобновляться. И, кстати, вот как раз в этом модуле запуск проекта один из основных блоков как раз-таки посвящен тому, как правильно выбрать наиболее подходящую модель реализации проекта. То есть agile, predictive, инкрементная модель, итеративная и различные виды гибридов. На самом деле сейчас на экзамене вопросов, которые в том или ином виде явно, подспудно, но подразумевают выбор модели реализации проекта, их достаточно много. Ну, в общем, это на самом деле в реальной практике достаточно важно. Выбор правильной модели существенно снижает риски реализации проекта. Ну и, соответственно, достаточно много на экзамене. Ну и вот, чтобы не быть так вот совсем голословным, каждый модуль состоит из тем, да, и вот, соответственно, также модуль выполнения работ, поддержание команды на курсе, ну, перевод, естественно, мой, поэтому я старался переводить ближе к тексту, да, и вот каждый из этих модулей содержит темы, там порядка 7, 8, 10 тем в каждом, и каждая из этих тем посвящена, ну, какой-то более узкой направленности. Например, в модуле вот, создания высокопроизводительной команды там есть тема, которая так и называется «Переговоры по соглашениям в проекте». Я вот для нашего такого мастер-класса, семинара специально эту тему выбрал, потому что здесь довольно много вещей, таких совершенно новых, которые раньше в проектном управлении, ну, скажем так, ну, не в проектном управлении, правильно сказать, в PMBOK'е, не встречались. Итак. Какие результаты и инструменты ожидаются по переговорам по соглашению в проекте? Ну, во-первых, там идет речь о том, что, естественно, ну, что более очевидно, должны быть соглашения и переговоры, и соглашения с заказчиком. Но, в частности, рассматривается и вопрос соглашения с командой проекта и внутри команды проекта, да, создание высокопроизводительных команд. И вот, в частности, и на экзамене, и, кстати, там в PMBOK'е появляется такой термин, который хорошо известен тем, кто работает в IT-сфере, это соглашение об уровне обслуживания, Service Level Agreements, SLA. Я, кстати, хочу немножко так расширить и добавить, что вообще сейчас структура экзамена и тематика такова, что коллеги, которые имеют опыт работы в IT, а особенно в IT с Agile, ну, явно получают существенное преимущество. Да? Что такое соглашение об уровне обслуживания SLA? Это действительно буквально соглашение. Оно может быть внешним, с внешним заказчиком. Оно может быть внутренним, соответственно, с внутренним заказчиком. Об условиях реализации в данном случае проекта, условиях предоставления, порядке взаимодействия, взаимных обязательствах. То есть это такой свой, ну, контракт фактически. Да? В содержании этого контракта особо на экзамене не углубляются, но понимать, что это такое,
и, соответственно, иметь возможность выбрать в качестве там варианта ответа на вопрос нужно. Отчеты по производительности тоже являются результатом переговоров. То есть какие отчеты команда проекта должна формировать в ходе реализации проекта, выполнения работ для спонсора, для заказчика, там, для проектного офиса и так далее. Календари ресурсов тоже являются предметом переговоров. Вряд ли я здесь что-то сильно новое говорю, но вот это вообще как сам факт переговоров таких впервые фиксируется. То есть доступность ресурсов, ограничения доступности ресурсов, какие-то особенности работ. Ну вот в частности, сейчас я привожу в качестве примера одну тему по переговорам, а в рамках этого же первого модуля другая тема есть. Это, например, особенности организации работы виртуальных команд, да, и, допустим, для виртуальных команд доступность ресурсов может быть другая, скажем, в виртуальных командах люди могут работать, находиться в разных часовых поясах, значит, доступность людей, находящихся в разных часовых поясах, должна быть понятна, прозрачна, должны быть какие-то общие часы, когда все члены команды, например, доступны одновременно, или же быть какие-то общие часы, когда команда или какие-то ее представители доступны, соответственно, для взаимодействия с заказчиком или там с другими командами. Вот. И предметом переговоров, это, в общем, наверное, для российской действительности пока так редко очень встречается, работа в так называемом фоновом режиме. О чем идет речь? Работа в каких-то особых обстоятельствах. Ну вот, например, там, когда блэкауты какие-то, то есть ну, там, забастовки, чрезвычайные обстоятельства, вот что-то такое. То есть, ну, на самом деле, я думаю, что вы все согласитесь, это достаточно актуально. И вот теперь, собственно, на экзамене понимание того, что предметом переговоров должна быть в том числе работа в особых обстоятельствах, и, естественно, результаты этих переговоров должны фиксироваться в тех самых соглашениях об уровне обслуживания, вот это нужно понимать. Это хорошая практика, это должно существовать, это поддерживает, эта практика поддерживает устойчивость реализации проекта как раз в случае наступления вот каких-то их форс-мажорных обстоятельств. Какие инструменты используются? Ну, общий набор – это переговорные навыки, экспертные оценки и база извлеченных уроков, в частности. Ну и вот давайте, допустим, продолжая эту же тематику, как я и обещал, что сконцентрируюсь на том, что менее для нас привычно, скажем, предмет переговоров с командой проекта. Ну, поскольку команды, как теперь, наверное, все мы уже знаем, слышали, это команды инициативные, командам мы делегируем и полномочия, и ответственность, значит, команда становится субъектом переговоров. И вот что, собственно, может являться субъектом, простите, объектом в данном случае переговоров между, скажем, спонсором, руководителем проекта и командой. Scope of work, ну, аббревиатуру SOW, я думаю, вы знаете, раз вы в теме проектного менеджмента и экзамена, да, содержание работ, основные результаты поставки. Собственно, само соглашение об уровне услуг. Оно должно обсуждаться с командой. Оно заключается не с командой, оно заключается между проектом и заказчиком. Но есть, как бы, ну, довольно очевидно тоже, да, команда должна привлекаться к составлению и согласованию этого соглашения. Расписание проекта, оно действительно достаточно тесно связано с производительностью команды. Это такой тоже уход от директивного управления проектами. Ну, да, как я думаю, все мы знаем из серии, вот к такому числу должно быть сделано и все. Расписание является тоже предметом переговоров, поскольку команда лучше в состоянии оценить свою производительность. Следующий пункт тоже в наших условиях встречается именно как с командой
на мой взгляд, не очень часто, поэтому сакцентирую на нем внимание, условия оплаты. Да, такой, как своего рода коллективный договор. Да, не индивидуально оплата работы каждого, а условия оплаты команды в целом, что опять же логично, поскольку команда работает на результат. Требования к качеству и критериям приемки, это, я думаю, достаточная вещь очевидная. Понятно, что и команда должна понимать, какие будут предъявляться требования, по каким критериям будет производиться приемка, согласование, ну, то, что в наших реалиях там называется, допустим, ПИМИ, да, порядок и методика испытаний. Такого термина, конечно, нет, но одобрение субподрядных контрактов. Вот это довольно интересная штука. Она на самом деле достаточно логичная. Команда имеет право голоса при согласовании субподрядчиков. Разумеется, не команда принимает решение, как мы знаем по тому же PMBOK, есть область деятельности взаимодействия с поставщиками, она, в общем-то, в том или ином виде сохраняется в доменах уже в седьмом PMBOK, но команда имеет право вот участия, что, в общем, наверное, тоже вполне логично. Люди, которые работают в соответствующей предметной области, они знают, понимают, кто еще там есть на рынке, насколько можно взаимодействовать и так далее. Да? Ну, про блэкауты мы уже говорили, страховки, бонусы как раз за достижение результата. И вот очень немаловажный момент, это последний пункт, порядок решения разногласий. То есть порядок решения каких-то спорных ситуаций, да, вот алгоритм, он должен быть прописан заранее вот в этом соглашении с командой. Ну, это не является сегодня предметом нашего такого все-таки короткого интенсивного семинара, но в рамках вот как раз основного большого курса, как одна из тем разбирается, например, создание устава команды. Тоже тема такая достаточно новая. Да, устав проекта мы все знаем, а вот устав команды, что это правила работы команды, которые сама же команда вырабатывает. И в том числе, например, что решение разногласий внутри команды, решение разногласий с руководителем проекта, с заказчиком. То есть установление неких обоюдных правил игры. Это тоже вот одна из таких хороших практик, соответственно, в рамках экзамена она должна быть учтена. Техники приоритизации, которые используются тоже как один из инструментов. Ну вот в рамках курса и, соответственно, для это официально, опять же подчеркиваю, в рамках курса данного, значит, это официальная позиция PMI, рассматривается 4 основные техники приоритизации. Это модель Кано, модель Москоу, попарный анализ истории, метод десятибалльной оценки. Что это за модели? Ну, давайте вкратце расскажу. Значит, модель Кано – это очень хорошая модель, которая, кстати, помогает командам во многом избежать таких, что называется, гэпов в требованиях. Она выделяет следующие виды, в модели Кано выделяются следующие виды требований. Так называемые обязательные или подразумеваемые требования. Это вот очень важно, ведь наверняка все сталкивались с такими ситуациями, что вы сдаете проект, а заказчик говорит, вот этого нет, вы не сделали, я не принимаю. Вы говорите так, слушайте, стоп, вот техническое задание, вот там все подписано, такого требования не было. А заказчик говорит, да это же само собой разумеется. Чего вы вообще, если вы не понимаете эту предметную область, чего вы вообще сюда полезли, если вы очевидных вещей не понимаете, я вам должен. Да, это конфликтная ситуация. Ну, естественно, чаще всего заказчик бывает прав, и приходится там что-то экстренно доделывать, переделывать. И вот модель Кано как раз подразумевает, что это задача команды, ну, там, бизнес-аналитика в первую очередь, задача в целом команды при взаимодействии с заказчиком выявить вот такие обязательные, но неявные требования, или как их еще называют, подразумеваемые требования. Следующий тип требований в модели Кано – это так называемые одномерные требования. Что такое одномерные? То есть, которые оказывают линейное воздействие на удовлетворенность заказчика. Что значит линейное? Реализовано требование, заказчик более доволен. Не реализовано, заказчик недоволен. Да, то есть, линейный характер. Да?
В модели Кано есть, например, требования, ну, так называемые delightful, восхищение. То есть это то, что заказчик, ну, может быть, сам не очень и думал, но если ему сделать, он будет счастлив. Да? То есть вот это выявление таких скрытых потребностей. Только в отличие от подразумеваемых, заказчик про них сам и не вспомнит, но если ему сказать, а мы тебе вот такое сделаем, он скажет, что супер. Да, дополнительный такой уровень удовлетворенности. Модель Moscow. Ну, Moscow или MSCW модель, она гораздо более известна, распространенная. Да, это что M must, то есть требования, которые являются абсолютно обязательными, без которых конечный продукт просто не может быть передан в эксплуатацию. S should, очень важные требования, но которые могут чуть-чуть подождать, да, без которых можно начать работать. Вот как раз на стыке must-should, например, определяется, что минимально жизнеспособный продукт, да, тот самый MVP. Да, как. Could, то есть пусть будут требования, да, то есть это вот как раз такие какие-то бантики, что называется. И would – это уже задел на будущее. Попарный анализ истории. Ну, речь идет о пользовательских историях в данном случае. То есть, когда нам нужно приоритизировать, попарно сравнивать истории, чтобы понять, какая из них важнее. Ну, метод десятибалльной оценки, тут, я думаю, все понятно, заложено так или иначе в названии, да, что каждое требование получает бальную оценку, ну и на этой основе приоритизирует. Возможный состав отчета о производительности. Там, процентовка, метрики, соблюдение сроков, реализованные запросы на изменения, выявленные дефекты, ну и фактические затраты и длительность. То есть, вот таким образом разбирается каждая тема. Ну и, соответственно, вы понимаете, что это фактически такое, как чек-лист. Вот это надо знать, вот это мы знаем, значит, соответственно, мы уже знаем, как на экзамене там, правильно подойти к выбору наилучшего варианта ответа. Ну, естественно, мы разбираем вопросы, причем, вот, как я вижу, в чем самое большое достоинство вендорских именно курсов, в том, что вот, огромное количество вопросов банков данных по PMP есть очень хорошие, прекрасные, но все равно, какие бы ни были замечательные банки данных вопросов, даже от Риты, это все равно кто-то разработал. А здесь это официальная позиция вендора. Ну вот, один из примеров разбора вопросов. У клиента есть длинный список требований, вы хотите помочь их приоритизировать и тем самым идентифицировать вот минимально жизнеспособный продукт и, соответственно, тем самым начать формировать бэклог. Какие техники вам могут помочь в этом? Ну вот как раз техники приоритизации, о которых мы только что говорили. Другой пример. Как видите, ну, собственно, как всегда и было, любой вопрос – это некий такой микрокейс. Вот заказчик надеялся, что команда получит от него, от заказчика, требования к веб-сайту, пойдет и сделает этот сайт и вернется уже с готовым сайтом. Да, вот я вам дал требования, и вы ко мне вернулись с готовым сайтом по завершении работ. Вы советуете заказчику, что получение более частой обратной связи – это очень важно для того, чтобы самому заказчику было лучше. Что тогда можно как раз вот выявлять, приоритизировать требования, корректировать в ходе реализации проекта. Какие техники команда может применить, чтобы эффективно вовлекать заказчика? Да, видите, кейс какой. Заказчик не очень понимает ценность и полезность такого частого взаимодействия. Как вы можете его привлечь? И вот здесь уже как раз какие рекомендации PMI дает. Здесь нужно смотреть на модель реализации проекта. Если это модель реализации ближе к Agile, то это нужно ежедневно вовлекать владельца продукта, product owner, и обязательно привлекать представителей заказчика на обзоры спринтов. Ну, спринт-ревью или спринт-демо, как это называется. И вот здесь, кстати, на этом примере еще раз хочу обратить внимание на то, о чем уже говорил. Кандидаты из IT, особенно кандидаты с опытом Agile, здесь получают явное преимущество. Посмотрите,
мы говорим об экзамене PMP, вот здесь сталкиваемся с чисто такой вот agile, даже я бы сказал, Scrum терминологией где-то. Sprint review, sprint demo, product owner. Кстати, ну вот кто, если был на нашем семинаре или там у других коллег, сами смотрели, product owner, владельцу продукта в новой версии PMBOK вообще посвящено отдельное приложение. Да, то есть такая роль в PMBOK описана впервые. Поэтому тоже вот давайте на это обратим внимание. Если же модель указана проектная, то все равно рекомендуется инициировать более частую обратную связь, но уже как по прогрессу проекта и хорошее поведение команды контролировать частоту появления изменений в проекте. Да, то есть как раз вот доносить до заказчика, что у вас может что-то поменяться, у вас могут быть требования, поэтому давайте встречаться чаще, и мы сможем тогда реагировать, даже в классическом проекте. Давайте пока говорить в новой, да, вот со 2 января этого года появившейся версии экзамена. Как вы, наверное, слышали, если не слышали, посмотрите, может быть, записи таких же коротких мастер-классов на специалисте, и я, и вот Елена Павлова, мы их проводили в начале года, там как раз давали обзор типов вопросов, поэтому здесь я на этом уже не буду сейчас останавливаться. Просто скажу, что ну, вы знаете, что типы вопросов сейчас разные, это уже не только вопросы один из четырех правильных ответов. В частности, может быть вариант какой? Правильно заполнить таблицу какую-то, то есть, допустим, в чем здесь суть вопроса, может быть, у вас есть организационная позиция или роль стейкхолдера, и вам нужно правильно расставить, от кого какие ожидания исходят, да, то есть провести вот такое сопоставление ролей и какого рода требования от той или иной роли могут исходить. То есть вот здесь правильным будет полностью точно попасть, значит, в соответствие, да. Сергей, я вижу, вы задаете вопрос в первом вопросе, какой ответ правильный. Не совсем так. Здесь все четыре варианта ответа правильные. Здесь все четыре варианта ответа правильные. Как раз как мы вот до этого на предыдущем слайде и посмотрели. Вот они, техники приоритизации. Нужно выбрать любую из них. Нужно выбрать любую из них. Поэтому если... Ведь вопросы могут быть сейчас и с множественным выбором. То есть, поэтому любая из этих четырех техник, она правильная. Если это вопрос с множественным выбором, то все четыре нужно будет выбирать. Вот, поэтому на сами типы вопросов тоже нужно обращать внимание, и, естественно, мы тоже вот в ходе вот этого недельного тренинга как раз разные типы вопросов будем с вами разбирать. Коллеги, ну вот, собственно, на этом давайте, наверное, перейдем к вопросам-ответам, да, так, по ходу там немножко вопросов было, я как-то сразу успевал. Если какие-то сейчас есть вопросы, пожалуйста, ну вот я как раз, как и положено, оставил время. Пожалуйста, что, какие вопросы готов ответить? Вот, более подробно, если интересует информация, ну вот, собственно, по ссылочке. Всегда можете посмотреть. А вот в оригинале это выглядит, ну, пока, если, может быть, собираетесь с вопросами, ну, вот таким образом, да, то есть вот в вашей студенческой книге это вот так будет выглядеть, да. Вот, кстати, обратите внимание, сейчас очень часто встречаются вопросы, объединенные одним сценарием, то есть у вас есть один сценарий, под этот сценарий несколько разных вопросов. Это тоже очень важно, нужно не забыть держать в уме при выборе правильного ответа не только сам вопрос, но и вот более общий сценарий. Да? Вот. Ну вот как раз страничка на сайте специалиста с
такой вот формальной информации по курсу. Запись, естественно, будет. Заказчик, конечно, важнее, разумеется. Вот, запись будет и на сайте специалиста, и в YouTube-канале специалиста. Вот. Вопросы на формулы освоенного объема, да, остались. Значит, формально по Content Outline таких вопросов может быть до десятка, но, как говорят те коллеги, которые сдавали вот уже в течение этого года, на самом деле расчетных вопросов буквально единицы. Буквально единицы. Но формально в Content Outline расчетные вопросы на освоенный объем, на NPV, на риски, они присутствуют и они, соответственно, разбираются. Значит, тренер-бук не предоставляется никому, кроме тренеров. Тренер-бук – это мой, как аккредитованного тренера. Тем, кто купит курс, будет предоставлена student-бук. Student-бук – студенческая книга. Она входит в курс, да, вот в таком вот PDF-формате. Ну, естественно, она у вас уже остается. Вот. К членству в PMI это никакого отношения не имеет. Это вот именно имеет отношение к прохождению вот этого официального PMI-овского курса. Так, коллеги, прошу, еще какие вопросы? Минимальные требования. Ну, смотрите, формально никаких требований нет. Но, что я рекомендую, ну, пройдя и сам обучение, вот это Train the Trainer и видя этот курс, значит, сам PMI вот этот курс позиционирует очень амбициозно, что это курс, который непосредственно готовит к сдаче экзамена. Вот это официальная позиция PMI, авторов этого курса. Это, конечно, крайне амбициозно, что вот вы проходите эти 5 дней, и вы готовы к сдаче экзамена. Это официальная позиция. Я сам честно скажу, к такой позиции отношусь очень настороженно. Ну, все-таки, знаете, утверждать, что ты за 5 дней подготовился к экзамену, ну, люди разные, с разным опытом, разным восприятием. Но то, что курс действительно дает полную такую информацию, это факт. Плюс, естественно, разбор вопросов, да. Вот, поэтому вот как мы в специалисте выстроили вот эту линейку, поэтому она, конечно, не обязательная, но я бы сказал, что она рекомендованная. Вот я упоминал сегодня, что у нас есть вот этот двухдневный курс. Вот на этом двухдневном курсе мы разбираем как раз о том, как готовиться. То есть вот как подать заявку, как проходить аудит, на какие темы обратить внимание, где искать информацию, там типовые какие-то вопросы. Потом человек готовится сам, и уже вот тогда ему имеет смысл приходить на этот курс, что называется, консолидировать знания. Значит, Михаил, я не совсем понимаю, как трактовать ваш вопрос. На вашем курсе останется ли раздел про правильную подготовку? На нашем курсе, вот на двухдневном, который... Там, да, мы именно про это и говорим. А вот на PMI-евском нет. На PMI-евском нет. Да, моя личная рекомендация – длинный курс, когда вы себя чувствуете уже, ну так, хотя бы процентов на 40-50 готовым. Вот тогда, наверное, да, натаскать от базовой подготовки уже такое понимание по темам на сдачу экзамена уже можно. На сдачу экзамена можно. Ну, стоимость, да, так как она заявлена на сайте, там плюс всякие скидки и так далее. Сейчас вот будет первая группа, ну, как всегда, первым. Контактируйте с менеджерами, там всякие плюшки, конечно, будут. Вот. Ну, вот, собственно, поскольку курс официальный, вендорский, да, он вот такой, да. Он вот такой.
Но материал, да, действительно, вот очень-очень все детально. Вот коллеги, кто вот пишет, что впервые услышали про Кано-Моску, ну вот здесь как раз вот даже могу показать. Ну, Кано-Моску сейчас не буду искать, но вот по всем техникам, видите, прям каждая техника вот так расписывается, то есть четко можно получить понимание, что это за метод, или что за инструмент, или что за техника. Да, вот видите, прям на уровне определений, объяснений, вот прям видите. Все вот это прям четко есть. Значит, курс будет идти стандартно утро-день, ну, если речь про ближайшую группу. Утро-день с понедельника по пятницу. Значит, сейчас я проверю, если мне память не изменяет, то это будет на белорусской. Сейчас, секундочку, я у себя проверю. Вот. Но ближайшая группа будет на белорусской. По-моему, одну секундочку, сейчас загружается. Без курса Student Book нигде взять нельзя. Это просто составная часть курса. Для базовой подготовки стандартно рекомендую базовое знакомство с проектным управлением. То ли базовый курс, то ли, ну, самому знакомиться. Вот. Да, я не ошибся, это в комплексе на белорусской. В комплексе на белорусской будет. Так, коллеги, еще вопросы? Прошу. Ну, тогда, если вопросов нет, еще раз повторюсь, запись будет в ближайшие там день-два. Вот. Терминология. Я, естественно, курс веду на русском, поэтому дублировать терминологию на русском буду, разумеется, конечно. Вот, но позицию, рекомендацию относительно знания английского для сдачи экзамена я озвучивал, и она не меняется. Вот. А на курс, конечно, на русском, естественно, терминология будет в соответствии с глоссарием на русском, да. Ну вот, собственно, если интересно, я могу сейчас там в какой-нибудь фрагмент быстренько показать вот презентации, которая будет на курсе. Да, вот. Вот, собственно, вот вся терминология, все вот это все перевод. Ну вот так. Вот в таком виде оно у нас через там две с небольшим недели и будет. А смотрите, Михаил, если говорить именно об этом курсе, то никакой статистики пока просто быть не может, потому что, как я уже сказал, сам курс, он вышел, вот, ну, был PMI анонсирован в октябре прошлого года, пока там тренеры получили аккредитацию, то есть, ну, он максимум идет полгода, в России это вообще первый раз будет, поэтому, конечно, никакой пока статистики нет. Я, собственно, поэтому и сказал, что я лично из опыта, ну, к таким вот амбициозным утверждением, что этот курс на 100% готовит к экзамену, который дает PMI, я отношусь, ну, так, очень аккуратно. Курс очень хороший, он очень детальный, но вот прям утверждать, что он прям, все равно, как говорится, я все равно буду однозначно рекомендовать, ну, погонять там тесты, сэмплы и все прочее, но все равно это нужно сделать, набить руку. В любом случае. Примеры вопросов, да, мы, естественно, разбираем. Вот. Значит, подтверждение, да, 36 месяцев работы нужно. Это как раз при подаче заявки вы подаете и описываете свой опыт. Это вот как раз, как я в самом начале сказал, это и есть первый шаг сертификации, подтвердить в процессе подачи заявки, что вы как кандидат обладаете необходимым уровнем базового образования, необходимым опытом работы в проектах и необходимым уровнем обучения именно по проектным методикам. Вот, то есть сама заявка – это фактически первый шаг сертификации. Вот почему я говорю, что мы на
авторском курсе, вот не на PMI-овском, а на нашем авторском, специалистовском, полдня из двух как раз разбираем, как вот правильно там подавать заявку. То есть эта заявка не просто из серии, как, знаете, там в магазине товар выбрал, деньги заплатил и вперед. Нет, там сама заявка, это, она как раз имеет там несколько шагов, там есть определенные правила под описание опыта. Это можно почитать либо самостоятельно в хендбук, вот в книге, на которую я ссылался, либо вот разбираем на этом курсе, либо самостоятельно почитать хендбук. Ну да, Николай, можно сказать, и так и сказать, да, написать эссе, в котором соблюсти определенные требования, там, указать модель, по которой реализовывался проект, свою роль, свои действия, да. Указать длительность, чтобы эти в сумме потом 36 месяцев, 3 года набирались, сроки, чтобы там, это было в течение последних там, 8 лет и так далее. Да. То есть там для этого эссе свои требования тоже определенные есть. Вот, да. Вот. Ну, тут, как сказать, интересно. Тут нужно просто для себя понимать. Либо вы понимаете, что вам это нужно, и вы готовы вкладываться своим временем, своими ресурсами, либо эта сертификация вам ничего не дает, и тогда, потому что вкладываться в эту сертификацию надо, всегда надо было очень существенно. Поэтому если человек понимает, что это ему дает для структурирования своих знаний, для профессионального развития, для карьерного роста, то да, оно того стоит. Вот. Если нет, нет. Ну, Николай, 3 дня это вы еще довольно быстро. Я в свое время 2 недели. Вот. Там действительно, там нужно вспоминать проектный опыт, там нужно описывать, там нужно показывать вот это вот распределение по доменам. То есть свой опыт нужно переосмысливать при подаче заявки в соответствии с тем, как PMI видит ведение проекта. Поэтому да, да. На это действительно нужно потратить тоже свои усилия, договориться с людьми, которых вы будете указывать как референс-контакты, чтобы не оказалось потом больно и обидно, что попал под аудит, запросили отзыв референса, а указанный референс делает круглые глаза и говорит, знать не знаю, ничего не знаю, ничего подписывать не буду. К сожалению, такие прецеденты тоже бывали, что печально, но бывало. Нет, разные мнения про книгу Риты. Очень интересно. Нет, Рита это, ну скажем так, до появления вот этого курса Рита была must. Либо Рита, либо Philips. Ну вот теперь добавилась третья опция, вот этот курс. Другое дело, просто поскольку сама Рита, к сожалению, уже сколько, 8 лет как умерла, и просто под ее брендом, ее институт, там ее, как сказать, правообладатели, наследники, там муж и компания продолжают выпускать, то качество, конечно, падает, и это все отмечают. Ну, они как бы проедают ее наследство, но пока они это наследство не проели полностью. Поэтому в целом мнение высокое. Другое дело, что версии образца 2013 года идеальные, 17-го похуже, сейчас еще хуже. Ну, понимаете, как говорится, дай бог, чтобы у всех такое было так плохо, как у Риты. У всех было так хорошо, как у Риты плохо. Я не в смысле того, что она умерла, конечно, к сожалению, а в смысле качества материалов. Поэтому. Авторский курс на сайте специалиста, все найти довольно просто, есть 2 варианта. Самый простой, вот здесь прям набираете в строке поиска PMP и смотрите. Это один самый простой вариант. Вот. Вот он здесь прям первый. Вот вам ссылка в чат. Вот это вот здесь как раз, видите, вот прям видите, порядок, отдельно порядок подачи заявки. То, о чем я говорил.
У Филлипса не книга, у Филлипса электронный курс на Udemy. У него нет книги, у него электронный курс онлайновый. Ну, это авторский. Это авторский, как говорится. То, о чем я говорил, все имеют право, да. Есть от разных авторов тут, что сказать. Ну, нет, Максим, я же как раз по-другому сказал. На мой взгляд, сейчас три примерно равнозначных. Рита, Филлипс и вот этот курс PMI-овский. Причем, ну, по опыту от других вендоров, я все-таки кроме PMI с Сайтелом плотно работаю, вендорский курс, конечно, всегда лучше. Поймите меня правильно, не то чтобы я вот сейчас тут прям рекламировал то, что веду сам, я понимаю прекрасно, что это так выглядит, но я, то есть по качеству контента я бы сказал, что все три примерно одинаковы. Ну, скажем так, Риту еще нужно посмотреть, что они там, этот ее институт выпустил. Там все-таки есть нарекания, экзамен все-таки радикально менялся. Вот, но Рита, конечно, да, шикарно. Вот, Рита, Филлипс и вот этот курс. По качеству контента, я бы сказал, примерно одинаковые. Но почему вендорский лучше? Потому что это информация из первых рук. Все остальное, как говорится, со всем уважением ко всем здесь упоминавшимся товарищам, включая себя любимого с моим авторским курсом, но это все-таки авторское видение. Понимаете? Вот. Ну, вот это уже, Максим, тут вы решаете сами, да. Вот. Здесь действительно уже идет такая целевая, целенаправленная подготовка к сдаче экзамена. Да. Вот. Название самой книги, да, по-моему, так и называется, PMP Exam Preparation или что-то такое. Да, в поиске просто вбейте Рита Малкахи и все там. Все будет. Я так уж прям точно название. Там формальное совершенно название. PMP Exam Preparation Course или что-то такое. Хорошо, коллеги. Ну, курс, да, Николай, согласен. Основная задача курса – это, естественно, разобраться и структурировать вот то, что... И терминологию, которой действительно мы пользуемся в повседневной жизни. Так что вот так. Так что хорошо, коллеги, все, тогда до встречи. Я так понимаю, интерес есть, так что думаю, увидимся. Решайте, приходите. Все, спасибо. Спасибо за участие.